9 минут. Ну кто не летит? Солнце там мое. Китай. О, это знаете, что с ягодами? На кухне огурчики порезаны, чур не воровай. Я их сам съем. А почему не воровать? Ну вот, на ужин. Ну вот, говорит, не воровать на ужин. Значит так, да? Значит так, да? Это мне. Это самое. Это всегда мне. Это так, как это я. Положите кто-нибудь в этот самый карман, чтобы можно было очень легко вытащить. Вот эти вот вытащить. Они нас потом будут. Тима, нафига тебе в экспедиции как? Как это? Дрова рубить? Дрова рубить? Да. Чем? Каской. Или головой? Ну, головой, в каске. Понятно. Да, нормально. Чего, Маля? Поставь, смотри. Моя, да? Не гонишь? Нет, я сам специально складывал. Смотри. Может его засветить? Смотри. Сиренский бардак. Смотри, друг. Или я сбор в экспедицию. Может, смотри, вон, видишь? Вон. Тебе? Да не мне, вот положили в мой рюкзак. Это мои трусы. Я целый год спрашивал, чьё это барахло? Чьи чужие трусы мои рюкзаки, да? Я понимаю, я потерял одеколон. Да, да, трусы, помазок, нормально. Целый год искал. Я, короче говоря, это между прочим, не соцветил. Голышом хожу, мёрзну, да. Ну, а теперь есть чем мазаться. Что, я мне есть? Я туда пойду. На еще, Ирочка. А, еще. Рамка закрыта. Просто пойдем. Экспедиция. Мама взял? Да, целых два. Молодец. Так он размер на слона. Вот это вот. Там слон. Там слон, да? На слониху. Будем искать. На той экспедиции. Ложим штаны. Лёша. Они, кстати, чистые. Ты бы как раз нашла время прибираться. Нашла время пить. Чё? А чё мне делать? Есть вот спеш. Вот эти писавчины. Выброси его. Да? Туда надо гадить. Еще одно бордельное место. Тима, чё? Это мне, да? А чё ничего не показывает, ничего не говорит? Включай. Никаких принципов жизни не было. Вот он, возьми. Если бы можно было ощущать запахи этой камеры. Может быть, микрофон слышит? Обижаешь начальника? Шипение жира. Так вот, если бы камера ощущала запахи, она бы почувствовала, что здесь так вкусно пахнет курочкой. Господи, она сводит меня с ума. Неужели я сегодня поем? Нет, надо шину брать. Не, обижаешь, Ваня, под хорошим надо перекрасить. Иваныч. Свежий номер. Чего? Свежий номер крокодила. Давно не читал, лет 5, наверное. А как же эта станция зовется? И горы, горы за окном. Задается, ах вы о чем я так? Я ни о чем. Ах как же эта станция зовется? Ах вы о чем я так? Я ни о чем. Ах как же эта станция зовется? Устало. Стало сердце рваться в путь. Когда-нибудь она вернется. Есть смысл, наверное, отдохнуть. На станциях, как она зовется. Есть смысл, наверное, отдохнуть. На станциях, как она зовется. Бегут по жизни поезда на Буда. Успеть на все не удается. Я с рельс сошел, а ты куда? На станцию, как она зовется. Я с рельс сошел, а ты куда? На станции, как она зовется. Как все вроде? Ну потом еще можно первым повторить. Давай еще спой что-нибудь такое. Дождь мы уже спили, Игорь Иванович, поэтому погода заказана. А, это...
такой нарядный, ко мне в окошко залетел. А мой хороший, мой хороший, ненормальный, ты заглянуть не захотел. А мой хороший, ненормальный, и заглянуть не захотел. Быть может, он меня не любит, другие нравятся глаза. Он не придет, не приголубит. Завянет девичья краса. Он не придет, не приголубит. Завянет девичья краса. Беги, моя дорожка, зови солнышко, зови. Ой, солнышко, а если любит хоть немножко, пускай признается в любви. А если любит хоть немножко, пускай признается в любви. Осенний лист такой нарядный, ко мне в окошко залетел. Ненормальный и заглянуть не захотел. А мой хороший, мой хороший, ненормальный, наглядный, и заглянуть не захотел. Спели песню до конца. Матом обязательно ругаться. А никто и не предполагал. Зато приедем, лагерь без нас поставят. Это только начало. Это действительно анекдот. Первая поломка, кстати, машины. За себе короткую банку душу. Молодец. А что ты там делаешь? Ё-моё. Я тебя шур снимаю. Да нормально, Сашечка, нормально. Все нормально? Нет, ну зря ты вот так вот это. А что у тебя там? Здесь? Да. Я тебе на ухо скажу. Нашел кого снимать. А я. Кто, ты что ли? Нет. Игорь Иванович, подайте мне, пожалуйста, штанишки мои. Да ты не туда смотришь. Ба, он еще и босой. Штанишки мои дай, пожалуйста, камуфляжные. Игорь Иванович, я их одену, чтобы эти не пачкать. Крутой. Видел, какие штанишки? Видел. Хороши да хороши. Все бабушки приставали. Хороши да хороши. Ну, а ты большой дурак. Чего не приставаешь? Сейчас камеры по башке дам. И камуфляжные, раз ты не знаешь. Сейчас камеры по башке дам, будешь знать. Это ночные съемки. Даллас. Приятное знакомство. Сниматься. Лягушки, между прочим, уже несут яйца. Чьи? Свои. Нам. Класс. Побалдели, хватит.
Красная горка. Не сосны, а это как? Сосны, сосны, подай. Сайра. Есть бабушки. Саракона. Сага. На свод. Он говорит, больше замокнуть. У меня, говорит, у жены после сеанса Кашпировского, говорит, шрам на пальце рассосался. Второй. Да, быстро поешь все скрыты. Каждый день. Это Игорь Иванович суп. Спасибо, Шура, за подсказку. Панч. Мочай. А это Игорь Иванович, лучше не снимай. Ой. А что, подруби, Саша? Подруби. Сердечные катастрофы. Не говоря уже о катастрофах других. Предотвращайтесь к полю. Это что, лед, что ли, да, на корнях? Да-да. А так все вместе взяли, малыш. Пенечек, отнеси, пожалуйста. Пока нет. Опа! Запарили! Опа! Переходим на летнюю форму обмундирования. Давай, Риша, приложись. Сильный Шура. Шура, покажите, какой вы сильный. Ну разве это... Нет, Шура, ну покажите, какой вы сильный. Ну, не так. Известных спортивных телевизионных комментаторов. Соединенных Штатов, если вы были крупным объемом глобальной экономики за последние 7 лет. Вместе с тем предсказуемым слабостью американского доллара. Голова, голова, болит. Соединенных Штатов. Да, все сегодня тебе. Да. Давайте, 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 давайте. Шура, вы как сосиска. Да ладно, не хорошо. Вы как сосиска, Шура. Я тебе сейчас покажу, как сосиска. Ой, ой, покажет он, как сосиска, да. Кто так делает?
Штаны у вас упали, молодой человек. Стащи, кадр будет. Стащи штаны. Нефиг делать. О. Саня, вниз головой можешь так же? А? Вниз головой. Ну давай, покажи, какой ты сильный. Ну покажи. Ну пижоны, не пижоны. Не прибывай, ниже прибывай сначала. Возьми другой. Да уж, пижоны так пижоны. Двигатель мощностью в одну человеческую силу, да? Упал, приходится мыться полностью. Че, сейчас в воду, что ли, упал? Ну да, я стирал, вот она рачка поплыла, я случайно упал. Сейчас? Ну как обычно. Купались зоны мной открыли. Понятно. Сейчас заодно решил ботинки постирать. Как-никак их ангелы приезжают. Ну-ну, да, вот ждем-с. Результаты дневных трудов. Марафет выводится. Обалдеть, в кои-то веки. Давай, подходи. Мама. Вас что? Архангелы приехали. Один. Я пришел сказать, что никого нету. То есть? Неизвестно, когда будут. То есть? Один выживший. Серьезно? Еле убежал, даже без рюкзака. Без ну, чего. Здорово. Здорово, молодец. Здорово. Доехали. Нормально. Любани торчат. Любани торчат? Торчат, жгут военную машину. А сейчас на чем? А сейчас я вот с вояками на Зилке приехали. Подполковник смотрит, как бы туда КамАЗы с прицепом пригнать. Сюда? Туда. Туда? Туда. КамАЗы с прицепом? С прицепом. А у него 131 здесь, да? Да. Прошел нормально? Ну, как сказать. Натяжка, да? Первая на раздатке включена, кое-как прополз. Угу. Ну, сейчас думает, где должны ехать. Так те должны ехать, да? Дедом. Ну там у него еще таблетка была. Угу. Но таблетка явно не пролезет. УАЗик, да? Перегрузить. Угу. Фу. Через калитку, пожалуйста. Через калитку. Куда? Да, вон, калитка. Вот, говорю, да, так не подскажи. О! Очки одел, ничего не открывают. Не открывают. Как не открывают? Отчиняй. О! Я? Вон, в бутылке какие-то. Они все вода. В Любани, в смысле, в сельце сидят. Да.
Первый русский. А вояки с собой не взяли? Места нету. Ну, хотели потом машину послать. А сейчас уже этот тоже кричит, бензина мало. Нет, так бензина мало или чего? А? То, что вроде как и не, ну, в принципе, бензин-то можно заправить. Конечно, можно. Иваныч, сапоги снимай, говорю. Дайте попить, да? Не пойду же я в галоши. Воды, воды, вон там. Там есть сюда. Немецкая марка сегодня в Москве стоит 3751 рубль, а в Петербурге 3000... Презренный глаз. У каждого 10 человек, как министр, как будто начальник. То есть и каждый отвечает свое, и целый город такой... Паркохозяйственный день закончен. Я так же был у коммунаров, мы сейчас восстанавливаем в Архангельске. Вот летом в Карелии будет... Да, наворочили. Бронирогово. Не-не, не пойдет, так тянуть. Надо было делать, держи, я же вас... Подержи. Дим, пойдет он? Нет, слабо. А мы его вообще загибать тут не будем, что он-то тут-то нормально держит? Аккуратно камуфляжи там не уроните, пожалуйста. Подходи камуфляжи. Чего? Курить здоровье вредит. Смотри, он исправился. Вот это наши, наши, наши. Леха, сказку бери. Строится. Я больше не сказка, у меня летний вариант одежды. Ну давай. О, обрезай его тут. Ну, обрезай. Леха, можно, что еще черные очки, Леха. Правую, правую. О! Так, вот это никак не нормально. Убери! Это оплот советской власти! Убери чоботы! Опущай висят! Нет, у дураков быстро! Стройся! Сколько роста? Ты выше? Леха, смотря почему мерить, если по каске, то у тебя выше. Знамя! По порядку рассчитать! Знамя Российской Федерации поднять! Иваныч, отойди! Лететь-ка с вами в синей ночи! Я Сергей Иванович! Так это дробь барабанную! Ну, я не слышу. Занимайтесь своими делами. Ура! Господа министры! По этому поводу следует налить. Да. Завхоз? Завхоз? Нет. Заместитель по спиртным напиткам. Выдайте, пожалуйста, парцайку. Уже пошел. Резолювировали. Против руководства боснийских сербов Международным трибуналом по военным преступлениям могут... Серьезно затруднить усилия по мирному урегулированию. О, первый. Камеру не надо. Ты еще как это, Спокойно. Не снимаем. Не спокойно, Все. Так. Гусары молчать. Пьем канистрами! По 100 грамму. Саша, больше не пьем. 100 грамм это по 250, кстати, каждому. Хватит. Покажите, пожалуйста. Символически. Нормально. Нормально. Маловато будет. Нормально. Класс. Подожди. Не знаю, короче. Пить будешь? Усугубьте. Исторический момент. Тишина. Александр Юрьевич прекращает воздержание. Мочи. Не продолжай, ты себя погубишь. Проволоку убери. Будем. Сейчас брось на палки пока, палатку забрось. Я придумал. Надо не палочку, а проволоку. Нормально. О, пижон. Понравилось. Водка, яд, пей лимонад. Понятно, пьешь лимонад. Короче, слышали? Ага. Наши в городе.
Эй, мальчиши, мальчиши, малыши! Враг стучится в нашу дверь! Ай, блин! Летят черные бомбы! Давай, забивай скорее, ремонтируй! Вистят красные пули! Стыдно! И отцы ушли, и братья ушли! Пристало ли вам, мальчишам, малышам, сидеть на печке, наряться по женские юбки? Заходи, дорогой, заходи, слышишь? Ты да. С этой стороны-то стой, швейцар, блин. В общем, это, кажется, Зилок уже туда уехал. Они там метров 100, наверное, проехали, фура уже застряла. Двумя КамАЗами дергали. Читался Миронов из Свердловской области. Ну все, здорово, читает. Все нормально. Сегодня, значит, мы вот в этой могиле, где 7 мужиков, тоже нашли медальон. Значит, гладких, да. Гладких из Челябинской. Вот. Записка в деревянном медальоне. Деревянном? Да, в деревянном. Первый, наверное, из деревянных, который здесь нашелся. Нет, деревянный прошлый год мы находили захоронение вот D-41. D-40, но там, D-40, ну, там, D-40, да, но да, он вытек, ну, там и все. Там ничего не было. Там пустой, да. Имею в виду, что первый, который прочитался. Который прочитался. Ну, вот, то есть записка на бумаге, сложена вдвое, закручена в трубку. Но ничего, нормально. Поковырялись с ним сегодня, но открыли. Нормально. Братцы, очень попросил бы 6 числа, то есть в день перед захоронением, в последний день, подбить бабки в цифровом и именном выражении. То есть, если цифры, значит количество, если имена, то медальоны, котелки, кружки, прочее-прочее, то есть инициалы, там, ну все, сами понимаете. И 6 числа будьте добры. Сюда. Ты 4-го еще напомни всем. Хорошо. Я в принципе скажу. Да? Но 6 числа нам надо подбить бабки полностью. То есть стало быть собраться. 6 итоговый совет. Да, и стало быть собраться. Стало быть все внести. 6 итоговый совет, значит. Все на итоговый совет, все результаты работы. Обязательно. Так, проблемы какие-то есть по грех? Да, в принципе, особых нет. Хлеба хочется. Народ болеет. Хлеба много. Чего такое? Простудная? У одного парня у меня сегодня что-то гнается. У него чили снежная внизу начинает гноиться. Надо что-то делать. Витамины. Надо везти его в больницу. Вот я сказал руководителю, завтра. Завтра пойдет, пошел? Да. Так а завтра Лена куда сгорит? Он повезет? Выходной день. А, точно. Только если завтра Колю вот цеплять, везти туда. Пока получится. Как он смотрел.
Ты что-то придумал? Сунгас. Бойный настой. Да а нет, это не рецензион. Ну понятно, то есть надо. Простудное все, понимаешь? Простыл идет сильнее. Воспалился. Не, ну там все-таки медик посмотрим, что-то. Чисто так солью с йодом еще с чем-то там. Понятно. Вопрос, нас можно вывести в круговую? Чтобы нам не перелез эти 8 километров. Сейчас, в принципе, на последний день. А там как туда подъезжать? Я Родофильнику. Там, нет, там можно найти дорогу. В принципе, мы ее можем сами разведать, точно узнать всю дорогу. Карта есть. Карта Ленинградская и сопределение Новгородской области. Сопределение территории. И еще карта это... есть, в принципе, это можно. Карта автомобильных дорог есть. Надо посмотреть. Ну давай, разведывайте дорогу, если там нормальный подъезд, значит как-то будем. Там съеглено на глубочку дорогу будет нормально. Да. Есть. Боюсь, что с Родофинникова будет очень сложно. Ну, может быть, я ошибаюсь. Нет, с Родофинникова точно не доедет. С Родофинникова нет дороги. На Еглино, нам большое мало Еглино. Есть Дубовик. Камень, через Дубовик. Вот. Да, Дубовик есть. И дальше нет. Дорога. Вот там она может быть хорошая, а все остальные труба. Доезжая до Бабулика, вот наверное, есть поворот на Глубочку, она такая дорога тракторная, надо проехать по нашему. Далеко этот поворот? Мы сегодня ходили, что-то не видели. От Еглина далеко поворот? Нет, в самом Еглина. В самом Еглина, да? В самом Еглина. Добрый вечер. Добрый вечер. А, и тогда мы там, в принципе, маленькую поруночку сделали. У нас там есть подозрение. Аккуратнее надо, там, Паша. Надо с крючком это проверить точно и запить. Паша. Ну да? Все, вы, значит, вы разведываете... Ну, Сашка, пошел. Разведываете дорогу, значит, сюда гонца. И тогда уже будем это как-то пытаться вас оттуда выкидывать. Там... Илья, там Урал выходит. Да, там Урал ходит, да, нас приехали. Там мотовоз-то ходит куда? Родофинниково. Только туда, обратную сторону. Нет, Родофинниково там как-то. И Новгород. Чесово, не Тымский. Лесочево. Лесочево там. Чесово. Лес. А, ну, и Лисина, Новолисина. Новолисина, во. Новгород, Новолисина ходит. Мотовоз. На нее, ну, до него, в принципе, 8 значит, километров. Значит, они не 200, а цивильной дороги, сухая, все нормально. Да, Серега взял 100. А ну, переехать, ну там есть участки, скажем, если на машине на ехать, число, не проехать. Да. А вот именно пешком, там цивильная дорожка сухая. Да, 200, и прямо, там еще потом 700 метров. Я взял, 100 перезаказал. 800, что ли, там сколько было? Новолисина. Ну, все так нормально, просто. Главное, что взяли, да? А то я пригласил. Не, там, не, взяли. Там, значит, это вот Еглино само. Это вагон наш. Нифига себе. А? Да, билеты подорожали. На сколько? 20%. Ну, это терпимо. Так. Значит, поближе к телу, то есть мы с тобой, наверное, третьего поедем, да, в эту цивилизацию. То есть там будем определяться, каким образом будем выезжать. Вот. То есть ясно, что нужен будет кировец этот КамАЗ вытаскивать, кунг вытаскивать. Вот. То есть может даже получится так, что курсантов будем снимать 6 числа, будем выбрасывать в Коркино. Значит, 7 числа попытаемся заказать этот кировец с телегой, чтобы он сюда пришел, наши вещи все, рюкзаки в телегу, вот, и будем выкидываться на лыжневку. У тебя там эти орлы... Прошел сегодня. Но они до конца, да? Ну, в смысле, до этого, до сути, они сегодня лечили. Нет, имеется в виду, они до конца экспедиции, все, тут, да, да, никуда да, не уезжают. Да, значит, тогда их тоже надо настраивать, то есть, имей в виду, я им денег давал на этот самый. И сколько им давал? Я им давал 200 тысяч, в надежде на то, что они будут постоянно работать. Вот. То есть, они должны, они в курсе, они должны мне эти чеки за бензин. Вот. То есть, чтобы там никаких вопросов с выездом не было, чтобы все отряды, которые там есть, они, это надежда полностью на тот КамАЗ. Вот там потому что военные КамАЗы будут возить гробы, вот, и потом, значит, мы вылезем на Лежневку, значит, повезут тех, кто здесь. Может, еще придется военный КамАЗ, значит, гнать туда, на Глубочку в кружную, ну, по хорошей дороге, по цивильной. Там будут вещами загружены.
деление. Вот, кто куда свернул? Вопрос туда же нет, ты че? Ну понятно, ты-то понятно, ты-то по объектам сразу. Главное так, вплотную все заходит. Всех из шланга, да? Вот и не спит барабан. Куда ты конопляешь? Чего? Че ты сказал? Манулись надо. О, сейчас как носочек-то шерстяной одену. Когда 1 мая, это значит, что большой сбор трубит архангельский бивак. Вот, то есть труби. У дяди Юры 1 мая, как обычно, день рождения. И мы, как обычно, собираемся все до кучи, чтобы дядю Юру поздравить. Вот. И поэтому я сегодня моего друга, дядю Юру Заплатина, хорошего человека, поздравляю с днем рождения. Всего тебе это желаю, чтобы тебе было в кайф, чтобы тебе было по кайфу и друзьям не впадло. Твое здоровье, дядя Юра. Дядя Юра, ты где? Вот, а я где? Вот я. Ладно, давай, спасибо, что все это самое. Я просто хотел поздороваться. Вот сюда, назад. Потом уже сюда. Я тоже бы хотел с тобой, Александр, поздороваться. Вот еще бы кто кружечку бы сообразил для девочек, а? Да, там такая вещь есть для девочек, кстати, классно. Да, дальше. Да, дайте еще кружку одну. Можно хотя бы пол литра. Не туда, верни на базу. Чисто? Пойдем. Ладно, нормально. Так, ну-ка посветите тут. Свечу на стол. Спасибо. Открывай. Я туда-то для... Ну не надо куражиться, возьми ножик, открой. Я с губами. Ну так. Зубья лишние. Гусары не так открывают. И раз по горлу. Ты выражайся. Так и гусары, так и аппарат. Где? Головушка. Где? Здесь. Гусары не так открывают. Ты как сейчас гусары? Сейчас убрала. Гусь. Так, вот это наливают для девчонок. Пионеры не пьют. Предупреждаю еще раз. Мальчики пьют. Раз, вот для нас получилось. Эй, а сейчас, подожди. Сейчас, минутку. Сначала выжмем. Так, это на место, на базу туда, вниз. Так. Не, погоди, погоди. Что, вы не рано? Дай там им вон, там болтать собирать. Не, мама, пока все трезвят. Да. Посмотри, пожалуйста. Ну, куда? Ну, вот. Дегустатор, а ведь. Кто только что налил? Чего он налил? Надо же. Она же врач. Конечно, клюк. А, ты что? На нас архангельская клюква, все нормально. Только не в глаз. Давай, вот сейчас. Лерочка и Юрочка, подойдите сюда. Ну, сейчас. Разбежались. Пока мы ехали к вам. От нашего кузьмея. Ну, покажите. Препарате. Ну, из врага есть бабочек. Да не бабочек. Я встану. Вова, где наш на бабочке? Лерочка, тебе немножко побольше. Здесь я. И бабочка побольше. Не жмет? Че надо? А на воротник надо? А на воротник показывается? Нет, у нас все как-то. По бабке на шею, как говорится. Вот ему так клевый. Завтрак вы начали являться! Я понял! Выходи! Дружно! Это что это? Это еще не все! Так, тогда, мужики, я думаю, вам надо отсюда уйти. Мы сейчас сюда будем подарки складывать. От нашего купа это обоим нам, да? Ох, ну ты держи. Ох, ой, меня чуть не стошнило. Покажите всем такой. Спиртовый. Я вот это как его кашку сразу ловлю. Опа-на! Вот это заргут. Юра, это мы будем есть сейчас. А это утро! Это просто классика.
Подарил. Ну это хорошо, да. Я. Так. Да, Лёшка, я всё. Ничего не видно с галёрки. Так, хорошо. Не буду взять тебя. Салат рыбный хочу. Я не тебя спросил. От нашего города. Всем покажи. Копаны, блин. А говорят, не копаем ничего. Не копаем. Здравейщики! Он кузницу на рот закрыть. Для того, чтобы... А я еще хочу. Для того, чтобы Юра пил вкусный чай, мы ему дали маленькую кружку. И еще для того, чтобы... Можно я скажу, да? Юр, как музыкант, новый музыкальный инструмент. Вот сиди. Дай. Потренируйся! Ни у кого не получается! А для тебя, чтоб ты всегда пил воду! Вот это я понимаю! Юля! Дальше, продолжай! Я научу тебя! Продолжай! Давай, Юра, еще раз пробуем! О! Это маленький подарок от спасателя! Туалетная бумага надо! В общем, короче, цирроз нам... Валерий Викторович, а вот тут... Может, вы на меня? Хочешь? О, как? А давай, продолжим. Юля, нам сыграем! По резьбе отключим! Тихо, я вижу, не трогай! Новичка, так, следующее подарку. О, нет, взял. А вот этого не взял. Не надо по себе. Я сюда. Запнулся. Боже, ну-ка, я сейчас сам салатик буду. Все, свободен. А муж? Короче, подарите этим двум друзьям по рюкзаку, чтобы уперли подарок. Значит, я так думаю, что ординарцев я назначу завтра. Подожди, Валер. Так. У нас все подарки. Там еще что? Все, кончилось. Есть предложение передавать. Так. Нет, я... Где? А можно я уйду как-нибудь? Валера. Валера Аркадьевич. Валера Аркадьевич. От нашего плавучего отряда мы вам дарим целую корзину шнапса. Евреи, вот они все! Это что такое? Шнапс! Твоя корзина включена! 42-й год, копанный корзин! Вкладывай! Дебенев в гости приехал! Специально привезли! А теперь вы! Тихо! Еще! Опа! Еще раз! Еще ногу мне переставь! Ребята, сидор у меня уже один есть! Еще один будет. Вы, товарищ, сядьте на пол. Подмели, может быть, сильно. Валера, упьемся завтра. Сегодня будет похмелье. Так, ясно, спасибо. Пожалуйста. Дел так. Так что не сильно ему отдавай. Там еще что-то. Еще что-то есть. Ну-ка доставай, что там еще заныкали. Валера, задумал 8.00, я к тебе в палатку прихожу. Юра, мы сегодня ночью это. Это картофельное пюре. Вы можете просто... Просто, говорит, сумка очень нужна. Нет, там стул. А у меня спинка. Здесь можно под столом. Не прошло ведь, да? Прошло? Спокойно. Ты же за рулем. Полина. Дайте, не шутите в глаз. Братья? Вопрос. Подожди, вопрос. Сюда, кроме той бутылки литровой, наливали? Наливали. Да? Я все равно балдею. Да, а вы что, брат, скромные? Ну молодцы. Мы еще не начали. Так, Валера. Да, Юра. Я тоже самое. Так. Спасибо, да, нормально, я пока говорю, как раз твой день рождения наступил. Поздравляю. Вот у нас сложилась уже традиция такая хорошая. В 93-м году
разведка подарила Кычеву бутылку шампанского. Он ее разлил. И всех в 94-м году мы упивались этим шампанским. В этом году уже подарили там что-то подобное. Так вот, Валера, я хочу подарить тебе для начала. А может и сейчас раздаю бутылочку. Армянского коньячка. Им зелень плевать. Дальше, это армянский коньяк. Можно, конечно, его пить из кружки, вот из такой. Но, Валера, я не хочу, чтобы ты пил ее из кружки. И я хочу, так как все-таки 30 лет. Валера, давай разольем, да выпьем. Давай. Давай. Держи. Где мой фраг? А бабочки у нас есть? Остальные не будут. Да, потом приедете к Кычеву и попьете, ладно? Если мы сегодня чуть-чуть в палатку придем. Так, сейчас, подожди. Я гитару тебе головой держу. А вот это пока побежим. Мы сейчас доводим. Мы ничего, что мы тут? Да нет. Да, мы все выпили. Привет, Лег! Воздух! Граната! Воздух! Их не тренировали. Огонь! Веревочку найти не может. Мужчина так печки начали пускать. Саша, снимай, это холодная ручка. Ищи, Саша, снимай ее. Сюда ставь. Ищи пальчик. Маленького мобильного отряда поздравить Валерия Аркадьевича с днем рождения и вручить ему маленький-маленький презент Валерия Аркадьевича. Состоит он из двух частей. Это коробочка. Наушники. Да. Чтобы все слышать. Да. И маленький приемчик. Ну, чтобы все видеть. Записывать. И все слышать. Он это включен, да? Да, так включен, а вот так включен. А так выключен. Валерчик, как у меня, я все объясню. Без сопливых. Прости большой, не кашляй. Спасибо, дяденька. Спасибо. Я так люблю. Разрешите маленькое слово. Тихо, народ. Тихо! Мы, конечно, пораженные обилием всяческих магазинно купленных вещей, мы не можем не признать преимущество, когда дарят, например, хрустальные бокалы, когда там дарят армянский коньяк. Мы прекрасно понимаем, мы согласны с этим. С другой стороны, пометую традицию, которая повелась на Красной Горке вот уже который год, мы никак не можем себе отказать в удовольствии подарить одному из именинников то, что мы одному из именинников дарили каждый год. Поэтому Юрию Витальевичу мы дарим так же, как дарили раньше Валерию Аркадьевичу, рога! Дорожка, верно! А в довесочек к ним еще и вот повисла вот маленькая такая
хомутик. Копанная подковочка. Передавайте аккуратнее. По голове, а Валерию Аркадьевичу. А Валерию Аркадьевичу, чтобы ему не было скучно от обилия полученных рогов. Вы же, конечно, извините. Женщину подарите? Но я вам еще одну подковочку подарю. Понятно, конь педальный. А это вам мы не говорили. Будьте здоровы и счастливы. Я подковываю. Вот. Это не у нас, это там у нас валится. По северу еду, по северу еду. Дерденбай. Один эскимос. По северу ехал один эскимос. Везли его 10 собак и барбос. А сам эскимос, несмотря на мороз, на нартах веселую песенку вез. Эй, ехонда, хэнда, хонда, дэрдэрбай. Hey, er on the hand da hon da der den bai. Hey, der den bai. Песен каспаром, летя изо рта, была, прославляя родные места. Сам эскимос, несмотря на мороз, на нартах веселую песню увез. Эй, ерхом да хэнда хонда дырдыны бай. Эй, ерхом да хэнда хонда дырдыны бай. Собаки хрипели, трясли языком. Веселый барбос был у них вожаком. А сам эскимос, несмотря на мороз, на нартах веселую песенку вез. Эй, ерхон да хэн да хон да дыр дыны бай. Эй, ерхон да хэн да хон да дыр дыны бай. Походу завтра снег будет, да? Да нет, это обильный. Однако. Холодное, наверное. О, е! Чайник! Камеру, камеру! Все готовы? А теперь повторяю. Традиция соблюдена? Да. Бутерброд. Весь год мы чем-то. Теперь бей. Да, и завтра командир будет при бадуне. При бабочке и бадуне. При нем. Ваше здоровье. А до нас не дошло. От пена тогда. Вообще, только не отпускай. Панфилов погорячился. Дошло? Братан, я что вам скажу? А ночью? Теперь можно причесаться. Я кашу. Причесаться к маму. Завтра друг друга понюхали. Так, девчонки, нате, добивайте. Горла. Две Натахи под окном жалобно забыли. У нас видел салат. Да, мне тут еще одно.